Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова потратит 1 000 000 000 000 рублей на арктические проекты. Общий бюджет вуза на год составляет около 4,5 миллиарда рублей. Четверть бюджета выделяется работе, связанной с Арктикой, исследованием, подготовке специалистов, международным проектам. На 71-м Венецианском кинофестивале фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи» почтальона Алексея Тряпицына отметили «Серебряным львом». Главную роль в фильме сыграл житель Архангельской области Алексей Тряпицын. Съемки фильма проходили в почтовом отделении деревни Вершинина. Андрей Кончаловский пообещал губернатору Игорю Орлову, что жители Архангельской области увидят новую картину одними из первых в России. В Архангельске закрыли игровой клуб по улице Тимми, 12. Полицейские изъяли 14 игровых автоматов. В зале было несколько посетителей. Возбуждено дело об административном правонарушении. По статье юридическому лицу грозит штраф до 1 000 000 рублей.